Всем привет! Сегодня приготовим перцы, фаршированные булгуром и шампиньонами. Для приготовления нам потребуется булгур, перцы, ну мы взяли разноцветные, морковь, зелень петрушки, шампиньоны, лук, томатную пасту, соль и перец по вкусу. Замачиваем булгур в воде на 15-20 минут. По истечению 15-20 минут ставим булгур вариться, наливаем воды по соотношению 1 к 3. Одна часть булгура на 3 части воды. Пока варится булгур, мы займемся приготовлением поджарки. Для этого вначале очищаем грибы и овощи. Шампиньоны нарежем полукольцами. Лук нарезаем средним кубиком. Морковь натираем на крупной терке. Булгур сварился, сливаем с него воду и даем остыть. Ставим сковороду на газ и всыпаем шампиньоны, выпариваем из них влагу, масла не наливаем. Влага из грибов выпарилась, и вот теперь наливаем подсолнечное масло. Добавляем обжариваться лук. Лук обжарили до золотистого цвета и всыпаем обжариваться морковь. Поджарка готова, выключаем огонь и даем ей остыть. Пока у нас все остывает, мы обработаем перцы. Берем удобную тарелку и делаем начинку для перцев. Солим, перчим и добавляем специи по вкусу. Начинка готова, начиняем перцы. Включаем духовку на 180 градусов и пока она разогревается, мы сделаем томатный соус с поджаркой. Берем противень и кладем в него перцы. Сверху поливаем соусом. И ставим в духовку на 15-20 минут. По истечению времени достаем перцы с духовки и даем им немного остыть. Перцы, фаршированные булгуром и шампиньонами, готовы. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте пальчики вверх.